Парни, вы поспрашиваете у своих подруг, да, что девушка может дать парню в отношениях. И большинство из них, они не смогут вам четко ответить. Они будут говорить такую херню, типа, я буду его вдохновлять, чтобы он больше зарабатывал, да, а по факту, кроме постельных утех, ничего. Поэтому, если ваша женщина, она не женственная, милая, добрая, да, с вами, не создает уют дома, не любит там, знаете, есть такие, не любит, я не люблю готовить, я не люблю убираться, я не люблю гладить, да, в постели вам удовольствие не приносит. Нахера она вам тогда нужна? Просто ты в страхе, что никого не найдешь, но хуже, блядь, уже некуда. Все, что перечислил, да, это то же самое, как мужчина, бездельник, неудачник, там, наркоман, алкоголик. Она знает, что она хреновая, поэтому быстрее тебя форсит к браку, да, пока маска не слетела.